Всем привет! С вами ваш друг Андрей Шаура, президент Академии «Успех вместе». Мы в прямом эфире. Прямой репортаж идет с Байкала. Сегодня у нас великолепный день. А знаете почему? Да потому что наступил понедельник. Многие люди этот день не любят, потому что они с утра встают на работу. Они думают о том, что опять эта работа, опять начальник. И их жизнь не меняется, у них жизнь как день сурка. Каждый раз для них понедельник – это день психологического такого тяжелого состояния внутри своего разума. Но для нас понедельник – это как Новый год. Для нас понедельник – это возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону, меняя себя. Меняя свое мышление, меняя свои поступки, меняя свои действия. То есть для нас понедельник – это возможность начать неделю правильно, эффективно и улучшить свою жизнь благодаря своим поступкам, своим мыслям, которые будут переходить в действие. То есть ты мыслишь позитивно, ты мыслишь правильно, ты развиваешь свой разум и ты начинаешь действовать. И твои действия приносят тебе награду. Награду в виде того, что ты заслужил. Так вот, для меня понедельник – это лучший день на планете, потому что можно изменить свою жизнь. С понедельника многие, как говорят, начнем с понедельника. Только мы с понедельника начинаем не обычные действия, которые нас ведут на работу. Мы с понедельника начинаем создавать. Мы с понедельника начинаем творить. Меня спрашивают, чем вы занимаетесь? Ну, во-первых, мы не работаем. Ни на дядю. Мы трудимся. Мы трудимся. Мы вместе с Вселенной идем вперед и помогаем людям. То есть наше предназначение – помогать людям. Выводить людей из бедности. Менять людям мышление. Улучшать здоровье. Улучшать финансовое состояние. И, конечно, от этого нельзя устать. Как можно устать от того, когда ты помогаешь людям и меняется в том числе и твоя жизнь? И вот сегодня мы поговорим с вами о возможности B-Epic. B-Epic это что-то невероятное, это грандиозное, это эпическое, это, понимаете, магическое в первую очередь. B-Epic это то, что сегодня не мог создать человек. Понимаете? B-Epic это то, что сегодня по нашей вере пришло нам. Это наша Вселенная нам подарила для улучшения нашей жизни, при жизни, на Земле. Бизнес-возможность B-Epic для меня в первую очередь это отношения. Это здоровье, это благо, это стабильный финансовый кошелек. Это здоровые родители, это здоровые дети, это счастливая семья. Это предназначение помогать людям. И, конечно, это очень круто, когда ты сегодня вот идешь правильным путем и помогаешь людям. Это круто. Кстати, вот вы же можете вот сюда сесть, видно будет все хорошо. Да, вот стул даже поставить сюда можно. Но. И что получается? У нас сегодня в офисе люди в Ангарске, которые также к этой возможности трепетно относятся. Они также себя хотят найти, пройдя этот путь вместе с нами. Они хотят найти здесь для себя что-то полезное. И вот возможность B-Epic – это здоровье, это деньги, это знания, это путешествия, это стиль жизни. Основал эту компанию, ну, действительно грандиозный человек, который изменил жизни десятков тысяч людей на планете Земля. Эрик Капрарес, он вообще из бедной семьи. В 14 лет он продавал пончики. Заработал не 1 миллион долларов в индустрии классического бизнеса, сетевого бизнеса, интернет-бизнеса. Эрик Капрарес владеет разными направлениями, разными видами бизнеса. И Эрик имеет более 28 лет опыта в этой индустрии. Также он создал благотворительный фонд «Помощь нуждающимся и голодным детям». Это человек, который думает не только о своем кошельке.
Помимо этого, он является генеральным директором лаборатории 5 звезд. Здесь разрабатывают разные формулы красоты и здоровья. Более 100 разных компаний и магазинов, как интернет, так и обычных магазинов, так и сетевых магазинов, заказывают здесь разные формулы под своим брендом. И Эрик является владельцем лаборатории, где разрабатывают его ученые, его сотрудники лучшие продукты на сегодняшний день, которые актуальны на планете Земля. И об этом можно говорить долго. То есть этот человек владеет разными бизнесами. И вот, например, если мы посмотрим с вами на одну из разработок, эта разработка не имеет к нам отношения. Простыми словами, то, что сейчас вам покажу, этого нет в B-эпике. Этого нет в B-эпике. Но это также вот разработала фабрика 5 звезд, вот вы видите, вот здесь внизу 5 звезд. Это принадлежит также Эрику. И если вы не знаете, я вам показываю здесь уникальный продукт, которого нет у нас, но он есть у президента компании, да? Вы просто представьте, натуральный крем, вот просто представьте, который за 90 секунд снимает боль. Вот у людей, да, разные травмы в жизни. Представляете, вот вас беспокоит колено, сустав, плечо, какая-то травма. И вот это натуральный крем, созданный на алоэ вера, ментол, и он в течение 90 секунд снимает боль. То есть вот такой есть продукт, разные продукты есть. Но мы сейчас будем говорить о других продуктах, которые есть у нас в компании B-Epic. Я просто вам объяснил, что Эрик владеет фабрикой, эта фабрика производит разные продукты, и он для нашей компании B-Epic выбрал лучшие продукты на сегодняшний день. Он разбирается в этом. Он разбирается в том, что сегодня актуально. И более 7 миллиардов людей на планете что делают? Кушают. Утром, днем и вечером. И он создал 3 продукта правильного питания. Это, значит, натуральная пищевая смесь. Это натуральная пищевая смесь. И это продукт, который нужен нашим близким, родным. Это правильное питание и это свободная ниша. Это свободная ниша, это невероятные деньги. 7 миллиардов людей на планете кушают. Так вот, теперь давайте с вами поговорим. Вот 7 миллиардов людей на планете имеют семьи, кушают, занимаются спортом. Кто-то работает на обычной работе, кто-то занимается инвестициями. Так вот, знаете, неважно, чем занимается человек, он может быть крутым инвестором, он может быть зарабатывать там деньги, но рано или поздно он думает о том, что у него заболело колено. Рано или поздно он думает о том, что у его ребенка проблемы со зрением. Рано или поздно он думает, что у его жены нет энергии. Рано или поздно он думает о том, что у мамы, к сожалению, давление, сахар. Согласны? Да. Так вот, каким бы ты ни был инвестором, кем бы ты ни работал на любой работе, шофер, официант, ты будешь думать о здоровье своем и своих близких. Так вот у нас ниша, друзья, ниша, она просто уникальна. Почему бы Эпик? Бизнес без вложений. Новичок зарабатывает с первых дней. Регистрация в компанию в подарок. Продукт, который дает видимый результат в первые же месяца. Полностью автоматизированная система бизнеса. Лучший бизнес-план сегодня в мире по вознаграждению. Неограниченный доход. 100% надежный, безопасный бизнес. Бизнес, который работает в более 180 странах мира. Деньги выводятся на разные кошельки электронные. На биткоин, на киви, на Яндекс, на банковскую карточку MasterCard, на банковский счет. То есть простой, комфортный бизнес, не выходя из дома. Поддержка и обучение на всех этапах. У нас есть академия. В этой академии есть лучшие бизнес-тренера. То есть вас обучают в этой академии люди, которые заработали не 1 миллион долларов. Люди, которые сегодня разбираются профессионально в психологии, профессионально в интернет-бизнесе,
профессионально разбираются в сетевой индустрии. То есть люди, которые знают, как быть здоровым, красивым, успешным. То есть вас обучают люди, которые являются лидерами нашей команды. И вы получаете знания в подарок, с вас не берут деньги за знания. Вас обучают. И мы сегодня собираем полные залы людей. Полные залы людей. Люди стоят стоя в кафе, дома, в гараже, в офисе. То есть мы собираемся сегодня, и мест не хватает. Залы переполнены. И не важно, сколько зал. 100, 200, 500, везде не хватает мест. И это только начало нашего большого пути. То есть мы только с вами начинаем развивать это направление. Потому что бизнес-возможность B-Epic была основана всего лишь для Англии и Америки, вдумайтесь, для Англии и Америки, ровно год. 15 января 2017 года возможность только появилась для мира. Сейчас идет подготовка запуска для России и СНГ. Сейчас идет подготовка запуска склада в Европе. То есть, простыми словами, еще сюда не ступала нога человека. Простыми словами, эта возможность, эта ниша свободна. И чем хороша эта ниша? Более 7 миллиардов потребителей нуждаются в правильном питании, в здоровье. И у нас продукт, который является лучшей инвестицией в свою жизнь, это продукт правильного питания, который продлевает жизнь на 15-30 лет, останавливает процесс старения, омолаживает, стабилизирует в течение 6-12 месяцев давление, сахар в норму приходит, люди бросают пить, люди бросают курить, люди худеют, люди набирают вес кому надо, сжигается жир, формируется в мышечную массу, у людей перестают болеть глаза, сердце, ноги, люди, у них перестают выпадать волосы, увеличивается либидо, сексуальные чувства, то есть люди живут по-настоящему. И представьте себе, что сегодня в каждом доме об этом продукте не знают, но нуждаются. Это невероятная ниша. Это невероятная ниша. И этот продукт потребляется каждый день. То есть плюс этого бизнеса, что продукт заканчивается каждые сутки, потому что мы его кушаем. Потому что это натуральная пищевая смесь, которая основана, если мы говорим про Elevate. Elevate – это завтрак с утра, который состоит из овощей, грибов и фруктов. Это натуральный полностью продукт, смесь суперадаптогенов, смесь натуральных энергетиков, смесь цельнопищевых нутриентов. Это более 20 лучших ингредиентов и витаминов на сегодняшний день в одной капсуле. Это гриб чага, гриб кардицепс, ганодерма, радиола, гриб шитаки, бакома маньери. Это бобы зеленого кофе, гуарана, парагвайский чай, свекла, яблоко, клюква, вишня, апельсины, черника, клубника, витамины и многое другое. Вы просто вдумайтесь только в это. В одной вот этой капсуле, вдумайтесь, друзья, 500 разных видов продукта, только натурального, качественного. Вот эта капсула запивается стаканом воды, и начинает у вас правильно работать пищеварительный тракт, правильно начинают работать органы. Клетка получает натуральное живое питание. Живое питание, живое. И что происходит? Омоложение, регенерация, подтяжка. То есть появляются силы. Люди со временем не болеют, не ходят в аптеки, не тратят деньги, не ходят, не делают разные операции. Почему? Да потому что просто живут по-настоящему, живут в удовольствие. Вот кайф этого продукта. То есть кайф этого продукта, что это все жизнь, это натуральное. И заменяет более 20 баночек, БАДов, витамин, мелких лекарств, основанных на травах, таблеток бросить пить, курить, разных диет. Так вот, если вы купите более 500 разных продуктов, если вы купите более 20 банок БАДов, витамин, если вы купите разные лекарства, да вы состояние заплатите. Но так как мы имеем свое производство, имеем свою лабораторию, так как мы работаем без посредников, продукт приходит к нам с завода напрямую, то мы можем купить, вдумайтесь, месячную норму человеку на семью, если берем много, на месяц обойдется, а 1500 рублей. Это так мало. До 3000 рублей.
То есть на одного человека обходится от 1500 рублей до 3000 рублей. 1500 это если много берешь, 3000 если берешь мало. Я беру много продукта, его не хватает, потому что бабушка 85 лет потребляет, мама потребляет, ребенку 3,5 года понемногу даю, чтобы поднимался иммунитет, профилактика. Жена потребляет, брат, отчим, друзья. То есть, понимаете, не хватает продукта, потому что он каждый день заканчивается. И я вот недавно заказал себе много продукта в январе, и сейчас еще в феврале много закажу, потому что продукта не хватает. И он выгодный. Он экономит 10-30 тысяч в месяц на продуктах питания, на БАДах, на витаминах, на лекарствах. Это круто. И есть еще у нас, друзья, вот такой продукт. То есть Elevate, это завтрак с утра. Завтрак с утра, значит, чтобы вы понимали, зеленый. А белый и фиолетовый продукт, это такой легкий ужин. Это легкий ужин, он состоит из живых бактерий. То есть этот ужин вам что делает? Когда вы его скушали перед сном, этот ужин, и легли спать за 30 минут. А он основан на основе растительных пептидов, живых бактерий, то есть полностью натуральный продукт. Нашим ученым впервые в мире удалось создать такие продукты. Никто до нас этого не делал. И этот продукт улучшает пищеварительную систему, нормализует вес. Что такое нормализует вес? Если ты 50 килограмм и не хочешь 55, у тебя будет 50. Если ты 100 килограмм и хочешь 80, значит будет 80. То есть нормализует вес. Вес твой в порядке будет. То есть не для похудания, а для нормализации веса. Вдумайтесь в эти слова. Смесь пробиотиков, энзимов. То есть мягкий детокс, очистка организма от вредных разных накопленных веществ, токсинов, восстанавливает здоровье иммунной системы, профилактика более 700 заболеваний, то есть не будет онкологии, рака, ваши дети будут жить. Состав гуминовая кислота, это молоко матушки земли, это круто, клюква, активированный уголь, корень одуванчика, корень имбиря, корень алтея, экстракт сены, кора ржавого вяза, расторопша, алоэ вера, пребиотики, энзимы, топинамбур. Порошок шелухи подорожники, синая палочка. Что делает фиолетовая капсула? Что делает фиолетовая капсула? Фиолетовая капсула. Она, значит, профилактика 700 заболеваний. Она, значит, очищает организм и скульптор твоего тела. То есть, когда ты спишь, у тебя происходит подтяжка. То есть, на место встает кожа, на каркас. То есть вот есть скелет, и если вы обратили внимание, у всех людей есть кость. Но у одного вот такие щеки и вот такие подбородки. Я сейчас вам покажу просто, я чуть вчера с ума не сошел, когда Елену Вяльбе увидел. Это же просто, ну, шок какой-то. Елена Вяльба профессиональный, да, то есть Елена Вяльбе, да, значит, это профессиональная, это олимпийская чемпионка, чемпион мира, да? Ну просто, вот чтобы вам было понятно. Вот она в молодости, просто посмотрите. Нет такого понятия «большая кость». Есть понятие «неправильно кушаешь». Ребята, это олимпийская чемпионка, это человек, который знает, как правильно питаться. Вот она. И сейчас она вот такая. Вот вы чтоб поняли, да? Что такое не кость это, друзья? Это неправильное питание, это неправильный образ жизни, это стресс. Это клетки, когда живут что? В стрессе. Посмотрите, сколько подбородков. Ее муж, даже если захочет в шутку придушить, либо по-настоящему, не сможет. Это броня. И вот наш продукт нужен и ей, и другим людям. Вам понятно, что не бывает, друзья, широкой кости. Бывает неправильное питание. Я вам сейчас доказал это. Вот она маленькая. Профессиональный спортсмен, олимпийская чемпионка, чемпион мира. Она знает о правильном питании, но она, видать, не ест, не содержится. Либо у нее произошло нарушение в организме. Ей вот этот продукт нужен. Потому что этот продукт, вот этот сбой организма у нее выведет. Понимаете, она захочет жить.
Он ей нужен. Ей нужно об этом рассказать. Знал бы я ее, я бы к ней сейчас подошел, сказал: Лена, обнял бы ее. Красавица. Смотри, есть классное питание. Давай попробуем. Это же, я просто ее люблю по-человечески. Она столько полезного сделала для нашей Родины. А часто человек страдает, это 100%. И вот этот продукт фиолетовый, он что делает? Он нормализует вес, улучшает обмен веществ. Он скульптор твоего тела, когда ты спишь. То есть на место встает, вот у тебя кость, все. И у тебя на место кожа встает, и все уходит, видите? Подтяжка. Мне лет немало, друзья. Мне не 10 лет, и не 20, и не 30, понимаете? Но состояние моей кожи, состояние моего организма благодаря этому питанию становится лучше. То есть я не занимаюсь спортом сейчас, потому что некогда ходить в спортзал. Вот это вот, видите, без спортзала, видите, полностью вот можно обхватить. То есть мышцы одни, мышцы. А если бы я еще ходил в спортзал, то есть вот что дает продукт, скульптор твоего тела. И я уже год не хожу в спортзал, просто некогда. Но за год фигура становится лучше благодаря правильному питанию. Всем понятно? И магической зарядке, да, Салават, которую я вам рассказывал на Байкале. 5 минут делаю зарядку, магическая зарядка, и все. 5 минут зарядка, 2,5 литра воды и питание. Ничего не делаю. Некогда ходить в спортзал, надо людям помогать. Мы встречи, презентации, тренинги. Понимаете, нужно просвещать людей, поднимать людей. Раньше у меня была инвалидность, аллергия с астмой. То есть я покупал на 3000 в месяц лекарства. Чтобы вы понимали, аллергия с астмой — это пожизненная болезнь. И ты, эта инвалидность не снимается, ты состоишь на учете. Я много лет не хожу туда. Правильная еда, вода, все, позитив, мысли. И ты не больной человек, ты здоровый как конь. На тебе пахать можно. На тебе пахать можно, поля вспахивать на тебе можно. Ничего не беспокоит. Раньше ингалятор в нос, в рот, жидкий хлоретин, уэфилин, димедрол. Дышать нельзя, заложенность, красный, синий, умираешь. Нельзя было кушать хлеб, мандарины, фрукты, клубнику. Нельзя было держать собак, кошек, нельзя было цветы. Вот у меня в офисе цветы стоят. У меня сейчас 3 кошки и 1 собака. То есть удовольствие. Удовольствие получаешь, понимаете, от жизни. То есть вот этот продукт, не стыдно о нем говорить, друзья. Здесь никто ничего не потеряет. Когда мы идем в какой-то проект, вкладываем деньги в какие-то там, в постройки космических станций, в покупку супервалюты, это неплохо. Только ценности и пользы нет. Об этом продукте мы говорим с гордостью. Не стыдно о нем говорить. Это как радуга. Видите, радуга, разные цвета. Это круто, круто, понимаете? Удовольствие от жизни получаешь. Ты просто помогаешь людям безвозмездно, улучшаешь их образ жизни, здоровье, и еще они могут зарабатывать. Ты от этого получаешь удовольствие. Ты собираешь полные залы, дома, в кафе, да неважно, хоть на диване. Ты можешь даже приехать на море, и сесть, и рисовать бизнес-план, и рассказывать о продукте просто на песке. Вот в чем смысл нашей жизни. Это невероятный путь добра. И тут нужно получать удовольствие от этого процесса. Вот фиолетовая капсула, состав рассказал. Это ужин. Это ужин. Теперь смотрите, что получается. Белая капсула — это слип. То есть это ужин. Вот белая фиолетовая капсула пьется за 30 минут перед сном, запивая стаканом воды. Естественно, первое время может быть обострение. Это хорошо, если идет обострение. Бояться этого не надо. Просто добавляйте воды, либо один день перерыв делайте. И вот белая капсула, она, вы не поверите, насыщает человека кислородом, когда он спит. То есть клетки насыщаются кислородом. А кто хотя бы немного, то хотя бы немного изучал биологию, физику и химию, так если твоя клетка насыщается кислородом, значит твоя жизнь продлевается, ты становишься молодым. Так вот, белый продукт выводит клетки из стрессовых состояний. Он наполняет тебя жизнью, он подготавливает тебя ко сну, ты лучше спишь. Естественно, первое время может быть обострение, это понятно.
ты лучше встаешь, ты кайфуешь, и укрепляется антиоксидантная защита. Значит, рака и разных заболеваний у тебя не будет в семье, если ты этот продукт потребляешь с детства. Состав. Цитрат магния, экстракт корня валерианы, хмель, ионизированный кальций, ниацинамид, мелатонин, который только ночью вырабатывается, ашваганга, элтеанин, экстракт лимона, экстракт пассифола, экстракт черного перца, экстракт кальция. И зеленое питание можно купить от 1500 на месяц до 3000 рублей на месяц. И белое и фиолетовое вместе, отдельно от зеленого, можно купить от 1500 рублей до 3000 в месяц. Копейки. То есть, понимаете, лучше пойти подработать водителем такси и купить вот этот продукт дополнительно, но жить 100 лет. Быть здоровым, жить без палочки, жить без тросточки, чтобы было полное зрение, чтобы не работать на линзы. Понимаете? И вот этот продукт, кстати, вот этот продукт, что я хочу вам сказать, он не только нормализует вес, он делает подтяжку природную ягодиц, то есть ягодицы такие становятся круглые, упругие, приятно потом, естественно, в процессе это все идешь, если ты девочка, одела какие-то шортики, либо хорошую такую юбочку, и все смотрится, и твой муж на тебя по-другому смотрит. А если ты мужчина, то у тебя нормально все сзади. Ну и спереди, понимаете, у женщин подтягивается грудь. Вот она рожала, вот так подтягивается, стоит на место. Наливается. Если большая грудь, вот эти проблемы уходят, более так она, понимаете, сильно не это. Если маленькая, то грудь побольше становится. У мужчин вообще все функционирует как надо. Ну вообще... Просто говорить такой в эфир не могу, ну круто, круто. В общем, продукт просто магический, магический, невероятный. И если ты его не потребляешь, ты жизни не видел, потому что Вселенная подарила этот продукт, Вселенная. Ты жизни просто не видел, если этот продукт не потреблял. Это невероятно вкусно, это невероятно полезно. Меняется жизнь, просто меняется жизнь. Но когда первый раз мне об этом рассказывали, я, естественно, очень сомнительно к этому относился. Ну как, ну сказки, неправда. Пока сам не попробовал. Пока вся семья потреблять не стала. Когда друзья не стали потреблять. Сегодня я четко вам могу сказать. Результаты превзошли наши ожидания. Вот так в течение 10 месяцев у людей нормализуется здоровье. Здоровье — это значит внутренняя красота, внешняя красота. Это значит похудел, давление, сахар. Все в норму. Все в норму. То есть мы говорим о том, что, видите, нормализуется полностью здоровье. Дети рождаются красивыми, молодыми, ну то есть здоровыми. Сами родители чувствуют себя великолепно. То есть все круто. То есть здоровая нация. Целлюлит в течение 6 месяцев куда-то пропал у мамы двоих детей. Был такой боровичок-здоровичок, стал красивым мужчиной, видите. То есть вот так у него пошел процесс. То есть наш продукт, он реально что? Улучшает, посмотрите, женщина какая стала, ну, такая прям, как розочка, которую сорвать даже неохота срывать, потому что неохота как бы загубить. Посмотрите, какая была, борец, чемпион мира, да, такой, массажист, борец такой, А тут такая, смотрите, хрупкая такая, вся такая, нежная такая. Ее даже, понимаете, вот этот цветок даже срывать неохота, его охота защищать, поливать. Понимаете, как меняются люди? То есть вот 64 года, да, была вот такая вот, знаете, такая кругленькая, пухленькая, а тут, смотрите, грация появилась, такая сексуальность, такая женственность невероятная, похудела на 9 килограмм, стала энергичней, ушли боли в суставах, костях, сердце, улучшилось зрение, сон, кожа, волосы и так далее. То есть что делает продукт? Он реально улучшает красоту молодой девочки, постарше, помладше. Натуральный ботокс, проходят прыщики, уходит лишний вес, лишние килограммы, появляется мышечная масса, люди худеют, бросают пить, курить, люди счастливы, горят глаза. Витилиго в течение 6 месяцев до 80% просто прошло.
невероятный, грандиозный, фантастический продукт, который просто... Ну. И как с таким продуктом не делать бизнес? Если продукт сам продает себя, если люди, которые потребляют этот продукт в течение 60 месяцев, меняют свою жизнь, и этот продукт — это не продажа стульев, это не инвестиции. Ты инвестировал деньги, и в следующий раз ты не получаешь денег, пока другого не позвал. Понимаете? Пока другой деньги не внес. Ты продал стулья, а в следующий раз человек когда стулья купит? Вот это классный продукт, и мы не зовем всех в бизнес. Нам не нужны все бизнесмены. Есть хирург, есть монтер, есть таксист. Пусть работают на своих работах. Есть инвесторы. Мы их не зовем в бизнес, пусть занимаются своим делом. Биткоины, еще какие-то там валюты, эфиры. Пусть занимаются. Но их здоровье рано или поздно их беспокоит. И они все придут к нам за здоровьем. Какой бы ни был бы у них мега актуальный бизнес, сколько бы денег у них не было, кем бы они ни работали, какую должность бы они ни занимали, они все придут к нам. Потому что рано или поздно они начнут думать о здоровом образе жизни. Наша сфера уникальна, наша ниша свободна. Здесь зарабатывают молодые, постарше, средние, вообще все зарабатывают. Здесь все зарабатывают приличные деньги. Тут только тюлень ленивый и черствый не зарабатывает. Тот, который задницу поднять не хочет, который смотрит телевизор, который не хочет обучаться, который не хочет меняться. Только тюлень, у которого вот такая кожа наросла и броня на лбу, потому что он защитил себя, свой разум маленький, броней, и он не хочет менять свою жизнь, его все устраивает. Телек, телек, водка, пиво, телек, телек, сигареты, водка, баня. Но найдутся те люди, кто хочет жить по-другому, изменить свою жизнь. И таких людей очень много. Люди сегодня голодали. Люди голодали на признание, люди голодали на знания, люди голодали на здоровье. Люди ищут сегодня, понимаете, команду сильную. Люди ищут сегодня настоящего лидера, настоящего наставника. Люди сегодня ищут настоящую команду, настоящую систему, где не кидают, где не обманывают, где в глаза говорят правду. Люди сегодня устали от одиночества, люди хотят сегодня эмоций, люди хотят сегодня здоровья и хотят зарабатывать другие деньги. То, что есть у нас, то, что людям не хватает, то, что мы каждый день наращиваем, наращиваем. Ну и, друзья, напишите результаты по доходу и по продукту в чат. Сейчас я вам покажу результаты по продукту, вам показал, покажу, какие доходы здесь мы зарабатываем. Если говорить о деньгах, тут денег столько, знаете, есть такое выражение, у него денег куры не клюют. Такое, да? Так вот здесь столько денег, что просто, ну, невероятно. Поднимаются абсолютно все. К нам в команду пришли люди без опыта. То есть монтеры, слесаря, военные, девчонки, женщины с деревень, которые... Ну, пол жизни, понимаете, коровам за дойки только трогали. Мира не видели. И вот здесь у нас все поднимаются. Деревенские, городские, помоложе, постарше. Мы все равны. И наша система поднимает любого из нас, кто обучаем. Кто идет вперед, кто развивается. Доходы мега сказочные. Доходы просто мега сказочные. Я вам сейчас покажу доходы людей. Вы будете думать, но это нереально. Но это факт. Люди у нас в течение нескольких месяцев просто здесь поднялись, погасили кредиты, купили машины. Посмотрите, вот люди пришли с нуля и заработали вот такие деньги. То есть кто-то 3 месяца, кто-то 6, кто-то 10. И заработали вот такую сумму. Всем привет! Знакомьтесь, лидеры команды «Успех вместе». Доход каждого из них составил всего за несколько месяцев. 10 тысяч долларов, 600 тысяч рублей. Более 8,5 тысяч долларов, более 500 тысяч рублей. Более 20 тысяч долларов, это 1,2 миллиона рублей. Более 35 тысяч долларов, это более 2 миллионов рублей. Более 5 тысяч долларов, более 300 тысяч рублей. Более 9 тысяч долларов, более 500 тысяч рублей. Более 8,5 тысяч долларов, это больше 500 тысяч рублей. Более 50 тысяч долларов, это более 3 миллионов.
десятков миллионов рублей. Присоединяйтесь к команде «Успех вместе!» И вот смотрите, люди разного возраста, разных профессий, не имея опыта в интернете, в сетевом бизнесе, пришли сюда и стали зарабатывать. Давайте я вам покажу просто разных людей. У нас более 10 тысяч человек зарабатывают разные деньги. Поэтому всех не буду, но просто вот, смотрите. Домохозяйка, 3,5 тысячи долларов. Домохозяйка, 3,5 тысячи долларов. Подработала в компании, более 1000 долларов. Пенсионер, буквально за 10 дней, 20 тысяч рублей. Галина, более 5 тысяч долларов. Предприниматель, дополнительно 3 тысячи долларов. Вот Елена Митинева, расскажу историю. Пришла сюда, работая в обычном садике, воспитателем. Воспитатель получает в садике 8-12 тысяч рублей. У нее двое детей. Попробуй прокорми семью, получая 8-12 тысяч воспитателем. Здесь она стала трудиться, развиваться, заработала более 1 200 000 рублей, более 20 тысяч долларов, уволилась с работы. Медсестра. Вы вообще понимаете, что такое медицинская медсестра? Это 10 тысяч в месяц. Она за 3 месяца 120 тысяч заработала. Но это же просто мана небесная для нее. Светлана Синишина, домохозяйка, более 1 000 000 рублей. За 2 дня вот пенсионер заработала 14 тысяч рублей. Да у нее пенсия десятка. Саилма, это пара у нас, да, семейная, за неделю 14 тысяч рублей. Врач первой категории, Константинова Светлана, более 500 тысяч рублей, более 8 500 баксов. Домохозяйка, хороший пример, мама троих детей, почти 100 тысяч. Доход за неделю составил разнорабочего Александр Телицын, 1 500 баксов, это почти 100 тысяч. Салават, пенсионер, пришел сюда без опыта, 5 000 баксов. Николай Турышев, вот хорошая история, да, у этого парня. Он пришел на первый семинар в марте. В марте на первый семинар. В ноябре закрыл ранг бриллиант. В течение 10 месяцев, придя к нам, не имея опыта, обучаясь с марта на первом живом тренинге, он заработал более 3 миллиона рублей сейчас. Он уволился с работы, передал свое рабочее место своему близкому человеку, родному. Сейчас он зарабатывает в неделю столько денег, что ему хватает на все. Недавно он купил себе телефон 60 тысяч, недавно он себе купил ноутбук 60 тысяч, недавно он себе купил несколько костюмов, ходит в рестораны, отдыхает с семьей. То есть его жизнь изменилась. Понимаете? Почему? Потому что доходы. Саилма, медсестра в прошлом, 3000 долларов. А Юнас и Вячеслав, семейная пара, за первое же время 500 баксов. Это вот старый чек Елены, сейчас мы его удалим, уже устарел. Шофер, баранку крутил. Он вообще не понимал, что такое бизнес, сетевой, интернет-бизнес. Баранку он знал, как крутить. Виктор Новоселов, более 20 тысяч долларов здесь заработал, с нуля. Пенсионер Надежда Занаева, более 600 тысяч рублей. Долгарма, ой, вот это вот вообще история удивительная. Она сейчас получается с деревни. То есть деревенская девчонка. Всю жизнь жила в деревне, в обычных домиках. Ну, сами понимаете, да, никакого отопления, электричества, ну, все обычное. У нее была мечта рано или поздно иметь свою квартиру в городе. Ну, понимаете, в деревне жить классно, свежий воздух. Но сейчас в деревне нет инфраструктуры. Раньше, я помню, в деревня приезжали, там был, ну, скажем так, директор деревни, да. Там были мужики такие здоровые, они занимались там добычей леса, там, ну, чем-то занимались. Сейчас в деревнях как бы мужик так помельчал, узнает, накатить как там, ну, может быть, на охоту сходить, там, рыбы поймать. А вот уже таким чем-то, знаете, хозяйство такое большое, мало кто делает. Мало кто делает. И вот, естественно, у нее была мечта изменить свою жизнь. Она пришла к нам, в марте попала на первый семинар, и в декабре
10 месяц. То есть за 10 месяцев купила в Улан-Удэ новую квартиру за наличку, не в кредит, не в ипотеку, за наличку. За наличку, это круто. Ирина, 700 баксов, домохозяйка, мама троих детей. Светлана, 200 тысяч подработала. Домохозяйка, более 3,5 тысячи баксов. Светлана, домохозяйка, более 3 тысячи долларов. Пенсионер, более 2 тысячи баксов. Бывший военный, за первый месяц Максим Паников заработал 1500 баксов. Сейчас более 15 тысяч долларов. Людмила, пенсионер, 2,5 тысячи баксов подработала. Надежда Дручинина, удивительная девушка с удивительной историей, пришла к нам в команду, жизнь ее потрепала. Ну, во-первых, мужа потеряла. Осталась одна, двое детей. У одного ребенка проблемы со здоровьем. То есть там, понимаете, вот просто, как жизнь ей ударила по голове. Остаться одной, с детьми. Она работала в ОВД вообще в прошлом. Уволилась с работы. В команде заработала здесь более миллиона. Поднимает детей. Помогает людям. Кстати, 3 февраля, запишите, она стала большим лидером. 3 февраля она будет выступать в Краснодаре. То есть все могут прийти на это обучение. Видите, стала бизнес-леди. Вот так изменилось. То есть 3-го запишите. Скинь сюда расписание, Надежда. Там, в общем, 3 февраля все едем в Краснодар. Это у нас, сейчас этот чек уже удаляем, старый. Жалгарма, в прошлом директор школы, пришла к нам, уже будучи лидером компании Amway. Там она была платиной. Она платину в Amway сделала через 2 года. Ее зарплата в Amway через 2 года составляла 50 тысяч в месяц. Здесь она за первый месяц заработала более 60 тысяч. Чувствуете разницу бизнес-плана? То есть наш бизнес-план, чем хорош? Наша компания платит в 15 раз больше новичкам, чем в других компаниях за один и тот же товарооборот. Лидеры зарабатывают в среднем в 5 раз больше. Премию автобонус проще получить в среднем в 20 раз. 90 до 80% денег в сеть платит компания, так как нет посредников, напрямую идет продукт, нет магазинов, охранников, грузчиков и так далее. И 9 видов дохода. И у нас более 500 учеников получают деньги на машину. И вот она получала, понимаете, в другой компании за 2 года труда 50 тысяч, а у нас за первый месяц 60. Это у нас, значит, автокрановщик. Вот этот лысый дядька, да, Монар, пришел к нам, он автокрановщик, баранку крутил, руки такие, гайки, в общем, здоровяк. Сами понимаете, сложная работа на северах, плюс там у них не только севера, у них еще степи, ветер. Вот ты ездишь, ветер, степи, дышать невозможно. Ты автокрановщик, рискуешь здоровьем, рискуешь грузом. Постоянно пахнешь маслом, там, солярой, роба, грязь. А Алия цветы продавала. Флорист. Руки постоянно исколоты от роз, там, от цветов. Постоянно в холодильнике, ну, холодильное оборудование. Здоровье свое портишь. Вот они пришли к нам сюда в 2017 году. И меньше чем за год улучшили свою жизнь, уволились с работы. Заработали более 3 миллиона рублей. Без опыта в сетевом, классическом интернет-бизнесе в том числе. Зауре более 4 тысячи баксов. Раушан более 3 тысячи баксов. Байтасова более 5 тысяч долларов. Айгуль более 4 тысячи долларов. Алтыншан подработала здесь 700 баксов, уделяя 2 часа в день. Нурлан, бывших военных не бывает, военный врач. Более 3,5 тысячи долларов. Галия, более 8 тысяч баксов. Женис и Салтанат, это семейная пара, это вот их ребенок, это военная семья. Вот их ребенок, военная семья, перемещались все время, понимаете, да, что такое военная семья? То есть военная семья,
То есть сегодня живешь так, а завтра так. Хорошо и плохо. Куда тебя пошлют, неизвестно. Вот они сейчас здесь, более 7,5 тысяч баксов подработали. Батагоз. Красивые глаза, переводится имя. Более 17 тысяч баксов. А удивительная женщина, уже на пенсии, у нее точно четверо детей, точно четверо, на память, а может даже 5. Людмила Ким, 3,5 тысячи баксов. Айгуль Газезова, в прошлом бухгалтер, более 58 тысяч долларов. Элита, врач, кандидат медицинских наук, мама 3 детей, 50 штук баксов. Газиза, 4 тысячи долларов. И это еще не всех я вам показал. Еще про доходы что-то надо говорить. Десятки тысяч людей получают результаты от нашего правильного питания. Вообще, индустрия красоты и здоровья смотрит в нашу сторону и понять не может, что же происходит у нас. У них там 10, 20, 30 баночек, у них там опыт ученых, а их продукты не работают как наши. Их продукты не работают так эффективно и полезно. Они не настолько натуральные. У нас более 10 тысяч человек зарабатывают. Что еще вам сказать, друзья? Продолжайте наблюдать за нами. Продолжайте следить, как мы меняем свою жизнь. Только этого не надо делать. Зачем наблюдать, когда можно стать частью команды? По рукам, будем одним целым, будем поднимать стадионы, города. Я буду приезжать в ваши города и страны, вы будете наполнять, мы будем проводить обучение. Буду проводить благотворительный тур, то есть денег за обучение брать не будем. Будем наполнять полные залы. Вы будете лидерами, вас будем в этих залах продавать, промотировать, хвалить, награждать. Всем привет, друзья! Радовать! Продолжается наше турне по городам и странам, и мы в 2018 году первую встречу проводим в Бурятии. Наши ученики достигли больших высот, и ты можешь присоединиться в своей стране, в своем городе. У нас профессиональное обучение, мы знаем, как достигнуть больших высот. Сегодня ты можешь изменить свою жизнь вместе с нами. Мы ждем тебя в нашу команду. Кто мы? Чемпионы, чемпионы. Вот так. Вот так мы будем собирать залы, поднимать людей в плане знаний, в плане здоровья, в плане мышления. Люди пойдут за нами, потому что мы являемся носителями добра. Каждый из нас, кто входит в команду «Успех вместе», мы носители добра. Мы носители добра. Это очень важно. Подводим итог. Значит, кто первый раз пришел? Что вам необходимо сделать? Связаться с человеком, кто вас пригласил. Если в офисе – в офисе, если дома – дома, если по интернету – то в интернете. Сейчас я вам даю домашнее задание. Модераторы, скиньте, как сделать регистрацию в компанию в подарок. Как сделать первую покупку. Дальше, вот здесь есть кнопка «Менеджер». Нажимаем. Вы нажимаете кнопку «Менеджер». «Менеджер». У вас открывается вот такая страничка. Здесь будет имя и фамилия человека, кто вас пригласил. С этим человеком свяжетесь по телефону, по скайпу, и вам будут помогать. Если вы знаете, кто вас пригласил, ну сразу же после этой встречи звоните ему на скайп, на ватсап, на телефон и просите ссылку, просите регистрацию, попросите, чтобы добавил вас в чаты, чтобы дал домашнее задание. Дальше, регистрация в компанию, как она делается? Нажимаете кнопку здесь «Начать бизнес». Если ваш менеджер все настроил, «Начать бизнес», у вас откроется бесплатная регистрация в компанию. Вот видео, как сделать регистрацию, вот видео, как сделать покупку. Сейчас самое главное – застолбить место. Нажали «Начать бизнес», у вас открывается страничка, вводите имя, вводите электронную почту, жмете кнопочку, еще раз кнопочку магическую нажимаем, потом выбираем страну, в которой мы живем. Если тут нет вашей страны, выбираете ту страну, в которой живете, рядом. То есть ту страну выбираете, в которой живете, либо рядом, если ее нет вашей. Нажимаем кнопочку,
и строго все заполняем, вот как в этом видео. По-русски заполнять нельзя. И заполняем логин Петров, пароль цифрами, пароль повторение цифрами, first name, имя как в загранпаспорте, last name, фамилия как в загранпаспорте, компании не надо вы, не компания, фон, номер телефона, имейл, электронная почта, city, город, zip-код, почтовый индекс, номер почтового отделения, куда придет продукт, без посредников. State Province, сокращенно ваша область, Иркутская область, Ирк. Единственное поле, которое заполняется для СНГ и для России не на английском, ну точно не на русском, на русском нельзя. Улица, дом, квартира пишется в одну строку, street, вот так. Для Англии, Америки, Европы пишите на английском. Жмете кнопочку, галочку, еще раз кнопочку, и вы попадаете в такой магазин. Вам сразу дается предпоследняя ссылка. Это регистрация других людей в подарок. Без денег. Вы заняли позицию, у вас уже есть ссылка для приглашения. Вы эту ссылку скопировали, зашли в академию, в профиль. И вот здесь есть ссылка на Epic. Удаляете ссылку, здесь, которая стоит, и ставите свою бесплатную ссылку на BEPIC. Жмете «Сохранить». И люди потом будут регистрироваться через Академию по вашей ссылке. Дальше. Когда вы зарегистрировались, вы красный. Быть красным невыгодно. Видите, я все время зеленый. Бриллиант. У зеленого накапливаются баллы. Баллы конвертируются в деньги и в ранги. Если бы я не заказывал продукт каждый месяц, я бы не был бриллиантом и не получал бы деньги на счет. Поэтому быть красным невыгодно. Все, кто не делал заказ в январе, вам лучше всего сделать заказ. У нас каждую среду идет обнуление баллов. Каждую среду. И все, кто не делал заказ в январе, вам лучше сделать до среды. Когда среда? То есть до 31 января, до 7 утра Москвы сделать заказ. Связаться с вашим менеджером и заказать продукт. Почему? Потому что вот этот зелененький, видите, заказал, ему продукт пошел. Под ним зелененький заказали, он получил деньги, плюс накопил баллы. Баллы потом будут конвертироваться в ранги. А вот этот красный не заказал, ему продукт не идет. Продукт идет долго, потому что мы берем напрямую с завода. 20-45 дней без праздников и с праздниками 30-60 дней. Поэтому лучше заказать сразу и много. Этот красный не заказал. В среду у него обнулятся баллы. Значит, он не накопит ни денег, ни баллов, ни рангов. Потому что он красный. И все, кто в январе не делал, нужно успеть сделать заказ. Если что-то непонятно, спросите у вашего менеджера, либо у корпоративного сотрудника. Он вам скинет видео, как что-то оплатить, как создать виртуальные карты, подскажет. У вас есть корпоративный сотрудник, Иннокентий его зовут. Но есть менеджер. В первую очередь решайте вопросы с менеджером. Следующий момент. Слушайте внимательно. У нас есть 9 видов дохода. Чтобы получать 9 видов дохода, нужно каждый месяц заказывать продукт, чтобы вы были активным. Кто в январе заказал, то в январе заказал, вы потом заказываете с 1 февраля по 7 февраля. Кто в январе еще не заказал, вы заказываете в январе. Итак, кто в январе не заказал, вы заказываете до 31 января. Кто в январе заказал, вы заказываете с 1 по 7 февраля. Если вы это будете делать, у вас будут накопления. У нас 9 видов дохода. 50% получаете за приглашение. 10% в среднем вы получаете за наименьшую структуру, за бинар, за любую покупку. 20% за обучение первой линии. 10% за обучение второй, третьей, четвертой линии. 2% от товарооборота компании в ранге бриллианта. И премия автобонус. Это ежемесячно от товарооборота 110 тысяч. 30 тысяч рублей вам идет на счет. То есть делаешь товарооборот 110 тысяч структурой, 4 чека вы пригласили, они берут большие пакеты продукта и те по 4. Вот 20 семей в такой структуре дают вам ежемесячный доход
30 тысяч только по одному виду дохода. С другими видами дохода это будет более 40 тысяч. Ни в одной компании мира нет такого, что за товарооборот 110 тысяч ты будешь с разными видами дохода получать от 40 тысяч. В нашей есть. Итак, премия автобонус. От 1800 баксов тебе дают 500 долларов ежемесячно. При условии, ты берешь пакет за 100 долларов. У нас есть вот здесь, смотрите, заказ продукта. И в эти 100 долларов, если быть точнее, 90. Видите, 90, 90. И есть один за 100. Вот вы берете либо за 90, либо за 100. И там разный продукт. Разное количество на семью. То есть, простыми словами, покупаете на 5500 продукта питания на семью. Пригласили 4 семьи, которые сделали то же самое. И эти 4 семьи еще по 4. И каждый месяц получаете от товарооборота 110 тысяч 30 тысяч рублей. От товарооборота 1800 баксов 500 баксов. И плюс другие виды дохода. Невероятно. Самый жирный, самый качественный, самый надежный бизнес-план плюс продукт. Теперь даю подсказку. Вам дал я, как связаться с менеджером, с корпоративным сотрудником, как сделать первую регистрацию, как сделать покупку. Плюс даю тренинг. Вот это в записи будет вам презентация давать друзьям. Вот это важный тренинг. В этом тренинге рассказываются все действия, которые вы должны делать. И в этом тренинге в конце за 10 минут рассказывается, как купить продукт не за 3000, а за 2000. То есть вы прослушали и потом, если надо, перемотали вот сюда. И где-то минута 10, вот здесь 10 последних минут, рассказываю о том, как купить продукт не за 3000, как накапливать баллы, ранги. И вот этот тренинг даете людям. Плюс вам нужно изучить, помимо этого, лекцию новичкам по продукту. Вот эта лекция для новичков по продукту, а вот эта лекция для партнеров. То есть разница для новичков и для партнеров большая. Новички должны получать, что новичкам, партнеры должны получать, что партнерам. И плюс вам необходимо также изучить тренинг по общению, это психология, и два тренинга по соцсетям. Два тренинга по соцсетям. Как трудиться в соцсетях, психология, как это правильно, как оставлять все. Изучить вот эту папку. В этой папке есть буклеты, брошюры. В этой папке есть презентация на английском, испанском, русском. То есть все это нужно изучить. И самое главное вам сейчас заказать выгодно продукт. Одна карточка банковская, один номер. Три номера, три банковских карты. Подходят виртуальные карты Яндекс, Киви, либо виртуальные карты других банков. Также подходит Visa Classic, MasterCard. Не подходит Maestro, не подходит в России Visa Electron. В СНГ Visa Electron подходит, в России нет. Пенсионные не подходят. То есть вы регистрируетесь сюда, это главный номер. Здесь регистрируете первый номер, а здесь второй. То есть вы зарегистрировали три раза себя, либо отец, мама, жена. Это называется не золотой треугольник, это называется мини-склад. Я против золотых треугольников, узнаете вы это на тренинге. Почему? Теперь смотрите, что вы делаете. Заказываете вот сюда три больших пакета. И сюда три больших пакета. Вы заходите в раздел «Заказать продукт» и ставите, где 100 долларов один, где 90 долларов один и где 90 долларов один. Вам одной доставкой, вы на доставке экономите, три больших пакета. И вам идет 3 месяца продукта на одного человека, либо 3 месяца продукта на семью из 3 человек на месяц. Вот три больших пакета заказали. 320 долларов первый раз слева и 320 долларов вправо. Это очень мало. Вам сюда на главный номер возвращается за первую покупку первый раз 112,5 долларов лево и 112,5 долларов вправо. И вы с этих денег заказываете на главный номер, плюс можете внутренние докупить. Внутренние деньги – это электронная валюта. И вы здесь заказываете либо один большой пакет, либо три.
На главный номер. На главный номер нужно заказывать каждый месяц обязательно, а на первый, второй по желанию. То есть самое главное это главный номер. Потом вам надо больше продукта. Вы еще сюда три больших заказали и сюда три больших. Только повторно идет уже не по $112, а повторно идет 215 баллов влево и 215 баллов вправо. То есть один большой пакет дает 75 баллов. Три пакета больших повторно дают 225. 1000 баллов слева, 1000 баллов справа серебро. 7500 баллов слева, 7500 баллов бриллиант. То есть если вы начнете приглашать людей. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И они также. И они начнут покупать мини-склады плюс просто продукт. То у вас будут накапливаться баллы. И баллы будут формироваться в ранге. Вот это все, что я хотел сегодня сказать вам в течение 60 минут. 60 минут прошло, поэтому вы должны сейчас начать действовать. Расписание вам даю в студию. Каждый день у нас, а вот уже дали, каждый день одна встреча. Завтра 19:30 Москвы презентация. Среда 19:00 будет мощнейший тренинг. Мы в среду никогда не пропускаем. Обучение самое важное. Человек, который живет в знаниях, он счастливый. Человек, который живет в незнаниях, в невежестве, он несчастный. Завтра в 19:30 Москва презентация, вторник, среда, тренинг 19:00. Будет крутой тренинг. И воскресенье у нас обучение в 17:00 Москвы. Обучение нельзя пропускать. Хорошая новость. В феврале я улетаю в турне по городам и странам. Все, кто имеет знакомых, родственников во Вьетнаме, я буду во Вьетнаме на дорогой вилле, шикарной двухэтажной. Ваши люди, кто живет во Вьетнаме, могут ко мне подъехать. Мы с ними сделаем ролики, мы с ними сделаем презентации, тренинги. То есть в феврале улетаю во Вьетнам. Начинайте прорабатывать Вьетнам, ищите вьетнамцев. А с 10 марта вылетаю в турне по городам и странам, это Бурятия, Москва, это Алмата, Астана, Бишкек, это Европа, Германия. Более 10 стран мира с 10 марта. С 10 марта более 10 стран мира будет и более 50 городов. Будем собирать полные залы. Все, всех люблю, процветания, успехов, дорогу осилит идущий.